Всем привет! Я решил попробовать, ну, идти дальше. Мы уже прошли первые два задания. Каждое задание я проходил в один заход. Без сохранений, без клеек. Просто вот так вот, за один ход. И в этот раз я решил пройти вот так, за один заход. И постараться взять всех гномов и все секретные материалы. Как и в прошлый раз. Небольшой спойлер. Потом окажется, что ни хрена он не нужен был. Это ему так только показалось. Ой, нет. Ну, что поделать. Когда проходишь так вот в один заход, есть такие вот... Не все попытки окажутся удачными. Получилось. Но эти гном как-то мне не засчитался, так что придется снова. А мы же хотим все идеально пройти, правда ведь? Конечно. Нет, тоже не очень. Да, да, понял. Вы уже говорили, я понял. Эй, гномика! Гномика забыли. Блин. О, в этот раз все получилось. Отлично. Вперед, давай. Ликвидация. Гусь Гарри легко находит укрытие, может выполнить перелеты на большие расстояния. Угу. Прикольно. Расщепитель. Далее. Дымоход. Так, я понял, да. Ледяной мост. Так. Бэйри. Вы просто наглядное пособие. Спасибо. Без проблем, обращайся. Морозильник. Так, надо вспомнить, что тут надо делать-то. А, я понял. И так вот.
Лед и падение. Интересно, где тут секретные материалы? Я уж не помню. А, вот он. Спасибо, чувак. Мне тоже понравилось. Ёж Герман. Далее. Большая красная кнопка. Так, ну понятно. Нажатие. Двойное. Так. Кран ручного управления. Так, я понял. Тут надо по-особому как-то. Есть. И теперь туда. Агент К. Полоса препятствий. Вот уж точно. Давай сюда. Нет, шарик, ты куда? Не вздумай, шарик. Блин. Шарик, я отомстить за тебя. Ага.
Нет. Блин. Ага, сейчас все будет хорошо. Папа. Шарри, я привязал тебя к руке двойным узлом. Хорошо. Ледяные мосты. Ага. Обращайтесь. Катание на коньках. Супер. Кубик льда. Кто? Эй! Наверное, не совсем идеально прошел, но все-таки прошел. Заполнение трещин. Ну, все понятно. Заливаем тут все. Так, ну а теперь вот. Взрываются, ага, хорошо. Где секретный материал? А, вот он, все хорошо. Отлично. Без проблем. Ага, раздвоитель, я помню такой. Был. Слизи — это очень полезная штука. Хорошо. Понятно, надо так, наверное.
Вниз, вверх, вниз. А, я понял. Или не очень. Извините. Блин, все равно пока не получается, надо подзарядить мой планшет. Эта зарядка заканчивается. Извините за неудобство. Сейчас все будет. Солнышко, это хорошо. Так. Что делать-то? Это так. Сам же говорил, что-то там застрять, а теперь говорит, переиграем. Утомлятель. Под замерзшим водопадом. Через стену. Нет, что-то не то. Да, надо как-то... А, я понял. Вот как надо. Забыватель. Хе-хе. А, я понял, да. Ай, блин. Нет. Да-да.
Уже как-то посложнее все. Зачем-то еще пар появился. А, вот сюда надо было, блин. Так. Ну что такое? Мне кажется, он не реагировал на мои прикосновения. Вот в чем проблема. Ха-ха, снова не туда. Такое ощущение, что этот пар вообще ничего не значит. На шарик никак не влияет. Ну, теперь-то все получится. Есть. Ты знать это быть опасно, я рад, что ты уцелеть. Да. Так, что тут надо делать? Так, я, честно говоря, уже забыл. А, нет, явно не это. Так. О, нет, рано. Рано. Так. Так. Ладно. Есть идеи для воодушевляющей речи? А то я скис. Бабах. Так. О, блин. Вот этого я не хотел. Так. Может так? Да что ж такое-то?
Че он все время умирает? Так. Может так? Я запутался. Так, теперь очень осторожно. О, все получилось. Дальше дело техники. Спасибо. Ну вот, мы молодцы. Прошли кукловода.